Приветствую всех на канале Чок-Чок. Меня зовут Стас. И сегодня мы будем разговаривать о том устройстве прицельном. Будем так говорить, о прицельном приспособлении, которое я на сегодняшний день вижу как самая лучшая мушка в мире вообще для гладкоствольного оружия. Потому что сама оптическая система, применяемая в этих мушках, она просто идеальна для любого стрелка. Вот. И мы сегодня будем обозревать как раз вот те моменты, которые уже на сегодняшний день очень часто интересуют наших стрелков и охотников, кто у нас эти мушки приобрел. Поэтому давайте мы сегодня поговорим о таких моментах, как же все-таки их можно правильно и нужно эксплуатировать, и как их устанавливать, и каким образом подбирается ширина мушки для прицельной планки. Пойдемте к планшету. Для доступа к Чок-Чок премиум переходим по ссылке в описании. Нажимаем на нее и переходим на наш платный канал на Boosty. Для доступа к видео нажимаем на кнопку регистрации или входа. Выбираем удобный способ войти через аккаунты предложенных площадок или по номеру телефона. Вводим свой номер и полученный смс-код подтверждения. Вводим любое имя и жмем «Завершить регистрацию». Теперь у вас есть аккаунт на Boosty, но видео пока недоступны. Для доступа к лекциям покупаем подписку. Нажимаем «Подписаться» и выбираем срок, на который хотим получить доступ к каналу. Нажимаем «Купить» и выбираем банковскую карту. Вводим данные, жмем «Оплатить» и подтверждаем платеж. Теперь вы можете смотреть наши обучающие ролики и еженедельно увеличивать свои знания и навыки. Ну давайте сначала разберем еще на раз оптическую систему этой мушки. В чем суть? Вот у нас глаз стрелка. Значит, вот у нас прицельная планка оружия. И соответственно, вот ваш второй глаз. Когда у вас оба глаза смотрят на цель, что у вас происходит? Если вы именно смотрите на цель обоими глазами, то это происходит примерно вот так. Но вы зачастую смотрите обоими глазами именно на мушку. И это мешает вам прицеливать, вам правильно определять цель, определять дистанции до цели и так далее. Потому что у вас, если вы вот так вот смотрите, то у вас глаз определяет цель периферическим зрением, а не прямо смотрит на нее. Почему так происходит? Потому что отвлекается ваше внимание на мушку вашим глазом. Ну так я своими словами пытаюсь вам объяснить наиболее просто. Вот для того, вот эти оптические системы созданы для того, чтобы ваш второй глаз вообще не отвлекался, тогда вы, как с коллиматора, будете точно так же стрелять. Как же это происходит? Соответственно, вот у нас планка вашего оружия. Вот сама мушка, как она сделана. Трубка. В нее примерно всего на сантиметр входит оптоволокно. То есть она сюда в трубку входит, ну, примерно вот на сантиметрик вот внутри трубки вот здесь вот входит. Соответственно, оптоволокно идет потом по всей длине, и оно такими хомутами металлическими крепится. Оно никуда отсюда деться не может, потому что оно вклеено. Ваш глаз, который находится на планке, через эту трубку, естественно, видит мушку и прицеливается. А вот второй глаз ваш, он смотрит вот так. То есть через край трубочки он смотрит только вот сюда. Он оптоволокно не видит. Из-за этого он не отвлекается от вашей цели. И, соответственно, этот глаз смотрит сквозь мушечку, сквозь оптоволокно светящееся, которое он видит, на вашу цель.
Другими словами, у вас, во-первых, не напрягается само зрение, не напрягается ваше сознание. Вам не нужно вашему сознанию как-то отключать там один глаз, чтобы вашу мушку видел только один глаз и так далее. Короче, кучу вот этого всего ненужного хлама, которую вам наваливают на стендах, когда учат вас стрелять двумя глазами при простой мушке, это все вообще в сторону. Потому что эта мушка, когда вы ее наклеите, она просто не будет иметь вот этих вот непонятных моментов за счет того, что ее второй глаз вообще не видит, и все. И работа с мушкой будет значительно проще, да? Более того, она мушка это в диаметре всего 2 миллиметра. То есть она даже на 50 метров не перекрывает, ну, вашу цель, эта мушка. Даже на 50 метров она уточку, даже черка не перекроет. Более того, когда вы стреляете пулей, допустим, на 70 метров, там, а то и на 100 метров по лосю, по козе, у вас, когда мушка там 3 миллиметра, 5 миллиметров в диаметре, да, она прям тупо перекрывает уже на этих дистанциях кошмарную площадь, ну, точки прицеливания, и вы из-за этого стреляете не по месту, тупо мажете. В этом случае такого вообще не случится. Идем дальше. Если вы охотитесь ночью, как сделана эта мушка? То есть вот платформа, вот единственное, что делается в этих мушках в России, это латуневые платформы. Они сделаны из латуни. Оптоволокно мы закупаем специально только для мушек канала Чок-Чок. Такое оптоволокно, я вам говорю, вы больше нигде не купите, ну, мушку с таким оптоволокном. То есть производство, которое для нас делает оптоволокно, ну, эти мушки, оно еще подобные мушки может делать с отечественным оптоволокном. Но оно будет работать далеко не так, как будет работать то оптоволокно, которое мы привозим из-за границы, приобретая его на одном из самых современных производств. Качество этого оптоволокна, чистота этого оптоволокна, светопропускание, тот объем света, который он может накапливать, в принципе, оно несопоставимо даже с такими фирмами, как Тругло. То есть Тругло это вообще просто вот кооператив по сравнению с тем, что, какое оптоволокно выпускает производство, на котором мы заказываем это оптоволокно. Мы в целях, соответственно, избежания определенных конкурентных возможных моментов на рынке, то где мы закупаем оптоволокно, сообщать никому не станем. Но те ребята, кто уже стреляет с наших именно мушек, купленных именно у нас, они уже это знают, что это просто идеальное оптоволокно. Так вот, суть в чем? Прежде чем это оптоволокно наклеится на мушку, сначала идет вклейка определенной такой светонакопительной ленты. Ну, типа фосфорной такой. Я так, типа фосфорной говорю, потому что я не хочу вникать в этот химический момент. Факт в том, что она может накапливать в себе свет и отдавать в оптоволокно. То есть, если вы ночью, допустим, охотитесь, вы вот увидели кабанчик на поле где-то вышел, вы в скоротке, просто взяли, вот так фонарь зажали, ну вот сейчас покажу, вот фонарь отсюда светит, вот так его зажали, поднесли к мушке, вот так, то есть, вот, видите, зажали, поднесли к мушке, закрыли, свет никуда не входит, не уходит, включили фонарик, подержали буквально 10 секунд, отключили фонарик, убрали, и через оптоволокно вот эта вот сама полоска, которая здесь находится под оптоволокном, да, вот эта полоска, она накопит свет, при помощи которого она 1.5-2 минуты мушка будет светиться даже в полной тьме, в темноте, будем так говорить. И вам этого времени хватит прицелиться и убить вашего там кабана или на что вы там находитесь. Пацаны иногда делают, если фарят по ночам, ну, браконьерят тупо, они делают это так, коза, увидели козу, прям в машине фонарик включил, посветил немножко, пока там УАЗик подскакивает на козу, выходит, все, вышел, бахнул ее, все. Либо
Бывает, что один начал стрелять, там зверь пошел, луна светит, его нормально видно, просто надо прицелиться. Выходишь из машины, просто под фару вот так поставил, то есть фара светит, под фару вот поставил, просто пока идешь на зверя уже, чтобы просто фара светит, вот ты идешь, фара светит. Все, вскинулся, выстрелил. Он же все равно коза, она вот на фару стоит, смотрит, ей пофиг вообще. Соответственно. Ну, то есть, нужно понимать, что самое главное, что вот это вот, вот эта вот система подсвечивания оптового окна, она там есть, и вы об этом знаете, что ее можно таким образом использовать. Вот. Почему еще это оптоволокно светится очень ярко? Потому что даже в даже днем, когда вы стреляете, или утром, вечером, когда солнце проходит через оптоволокно, свет, вернее, солнце проходит через оптоволокно, он попадает сюда, аккумулируется, начинает и оно начинает выдавать на оптоволокно, соответственно, этот свет. И получается, что со всех сторон на это оптоволокно светит солнце, а снизу на него отдает свет система подсвечивания. И эта самая как раз-таки и система, она увеличивает яркость оптоволокна просто в два раза как минимум. Поэтому эти мушки очень ярко светят. Более того, поскольку у нас здесь порядка 5 с копейками, там 5 с лишним сантиметров оптоволокно открыто, соответственно, объем светонакопления на оптоволокно, естественно, просто идет безумно большой. И поэтому тоже мушки очень яркие. У меня часто спрашивают, а какой цвет лучше? Ребят, я вам говорю, что на том производстве, где мы закупаемся оптоволокном, оптоволокно любого цвета офигенно, просто ярко и чисто работает. Вообще без проблем. Единственное, что, допустим, вот зимой, я вот когда вот так вот снег прям, вот я люблю, как светит зеленое оптоволокно, оно мне нравится и заходит даже лучше, чем красное. Поэтому вот нравится мне. Допустим, вот если вы охотитесь постоянно в сумерках и ночью, лучше желтое. Потому что желтое, ну хоть само по себе, желтый, красный, зеленый, это определенный краситель внутри оптоволокна. И чем и в красных мушках, и в зеленых мушках красителя чуть-чуть будет больше, чем в желтом, потому что желтый он близок к естественному цвету самого оптоволокна. Поэтому просто-напросто желтые они ярче светят. Поэтому многие ребята у нас приобретают именно желтые. Но и я вам хочу сказать, что красный, он по сути не отстает от желтого, просто желтый чуть-чуть может быть лучше, если именно ночью вы охотитесь. Если вы охотитесь на водоплавающую, значит, в основном это происходит уже когда солнце встало, то есть на зорьках, на утряночках, днем и так далее, то лучше взять красный, потому что красный, он прям он такой универсальный цвет. И за счет того, что он ярче горит, чем обычный красный цвет ваших штатных мушек, вы поймете, почему я его именно вам предлагаю, потому что красный все-таки он не сливается вот именно с зорькой, там, когда в небо вот на зорьке, когда солнце встает, все равно отливы вот эти солнечные, он с ними вообще никак не гармонирует, поскольку он не желтый, да, и прямо он офигенно тоже заходит. Зеленый для стенда офигенно просто. Но опять же, если у вас на стенде нет деревьев, перед которыми вы стреляете, если будет зеленый фон, сливаться будет. А если вы, скажем, вот стреляете все-таки на стенде лес далеко от мишеней, от пролета мишеней, и у вас фона такого прям насыщенного зеленого нет за тарелкой, то зеленый хорошо пойдет. Многие ребята, наоборот, зеленые цвета любят вот именно по охоте. Прям зеленый, никакой больше. Тут я даже больше скажу, все-таки мне кажется, что это дело личного восприятия какого-то конкретного цвета самим стрелком. Вот я всегда рекомендую так. Возьми три маркера, желтый, красный, зеленый. Возьми альбомный листик. Нарисуй
три кружка одинакового размера всех этих цветов. И просто-напросто вот 2-3 метра от себя поставь, закрой тот глаз, которым ты не целишься, оставь тот, которым целишься. Вот которым глазом вы будете наиболее отчетливо и ярко видеть один из этих цветов, вот тот как раз цвет и будет для вас самым кайфовым на ваших охотах. Потому что вы все разные, у вас у всех оптические приборы разные, и, соответственно, восприятие каждого цвета у вас по-разному. Не слушайте никого. Если дяде Васе, дяде Пете, дяде Феде нравится красный или зеленый или желтый, это не значит, что он необходим именно вам. Проведите небольшой эксперимент, определите для себя цвет, и это и будет как раз залогом того, что вы приобретете для себя очень четкий контур прицельного приспособления, который будет гармонично работать с вашим оптическим прибором, то есть глазами. Вот. Теперь по поводу приклеивания непосредственно этих мушек. Смотрите, выкручиваете штатную мушку. Вот само устройство должно на 5 миллиметров, на 3-5 миллиметров заходить за вот это отверстие от штатной мушки для того, чтобы защитить его от влияния агрессивного окружающей среды. Чтобы там не скапливалась ни грязь, ни какая-то влага там, значит, в этом отверстии. Мушка вот она встает, все четко, но приклеивается, да? То есть вы, получается, что делаете для приклеивания? Сначала протираете спиртом площадку, потом мушечку положили, посмотрели, либо сначала посмотрели, потом протерли спиртом, то есть определили, как она будет, потом протерли спиртиком площадку и положили просто к батарейке, либо на солнце. Если летом, просто вот на солнце, на подоконнике вот так положили ствол, он от солнца нагрелся, стал теплым металл. Либо если дома, вот к батарее прислонили, вот батарея. Прям нарисую. Вот батарея, прислонили просто тем местом, вот ствол. Вот здесь будет мушка клеиться. Прислонили вот так, чтобы просто нагрелось то место, где будете клеить мушку. Спиртом протерли и наклеили. Ну, в смысле, я обычно спиртом протираю ложу. Она как раз спирт подсушивает батарея и заодно нагревает металл. Потом снимаете пленочку, там, то есть с обратной стороны на устройстве, будет защитная пленка, и под ней сразу скотч. Пленку убрали, на скотч приклеили ровненько, все четко. Справа-слева всегда должна быть щелочка. Она не должна быть, мушка точно такой же ширины, как ширина вашей планки. Вернее, она может быть и точно такой же ширины, как ширина вашей планки, но правильно делать, когда она чуть уже, чем ваша планка прицельная. Я вам сейчас объясню, почему. Вот смотрите, вот ваша планочка прицельная. Вот ваш стволик, да, там. Вы смотрите вот отсюда. Все, приклад вот здесь. Вот ваш приклад. Вот отсюда вы глазом смотрите. Все, вот отсюда. Вот опора мушки должна быть примерно вот это расстояние до края, до края должно быть от 0,5 миллиметра до 2 миллиметров, это вообще нормально. Объясняю, для чего здесь ступенечка вот эта должна быть, почему она не должна быть до края. Смотрите, если у вас прицельная планка вот она, и мушка сразу вровень с прицельной планкой, да, вы когда пойдете по лесу, и вот ветка, допустим, деревянная ветка, и у вас оружие вот в эту сторону идет. Ну, то есть вы через ветки пробираетесь. Вот я вам прям покажу. И у вас оружие, на оружие вот так легла ветка. Вот. И она, видите, она прям будет тогда за край мушки. Вот здесь вот. Вот тут на край мушки будет агрессировать вот сама деревяшка и пытаться ее сдернуть. Видите? Если она будет такая же шириной, как планка. А если она будет уже планки, то есть вот она мушка, у вас деревяшка за счет вот этого угла, то есть она же ляжет на мушку и на угол вашей планки прицельной штатное оружие, видите?
И вот этот вот уголок, он, видите, она даже не сможет коснуться, эта деревяшка даже не сможет коснуться угла вашей площадки для мушки, да, площадка вот эта, которая именно и приклеивается к вашей прицельной планке. То есть опора называется, да, то есть ваша опора не будет никак контактировать непосредственно с самими этими всеми деревяшками, палочками, веточками и так далее. И ее просто тупо вообще ничто не сможет никогда сорвать с вашего оружия. Вот это нужно правильно понимать. Потому что у нас те производства в России, которые пытались делать мушки, они всегда пытались сделать вровень с планкой. Просто потому что люди делают мушки и даже не догоняют, как их правильно вообще крепить. Но если ты производишь мушки, так ты будь добр, разберись с темой-то вообще, почитай. Ну, покопайся, как вообще практически это правильно делать. Вот правильно делать так, как предлагаем мы, а не так, как вся Россия всю дорогу клеила. Вся Россия всю дорогу клеила неправильно. Поэтому и существуют такие моменты, на форумах обсуждали, что мушки якобы сдирались. Они сдирались, потому что нельзя никогда мушку наклеивать так, чтобы она была одинаково вровень с прицельной планкой. Мы на канале, когда у вас спрашиваем, какой ширины планка, мы спрашиваем с одной лишь целью. У нас мушки есть 5 мм, 6 мм и 7 мм. Других мы не делаем. Почему я спрашиваю? Потому что на винче, допустим, 6 мм ширина планки. Значит, туда надо 5-миллиметровку ставить. Вот у меня 5-миллиметровка стоит. Если у вас 8 мм планка, это еще 6-миллиметровую мы ставим, потому что у вас будет по 1 мм справа-слева вот тут. Раз она сама 6, а у вас 8, по 1 мм. Если у вас 10 мм планка, то тогда ставим 7-миллиметровую, потому что крас будет по 1,5 мм с каждой стороны. Вот именно поэтому я всегда спрашиваю у вас, ну, то есть, какая конкретно у вас ширина планки, чтобы подобрать что-то из вот этого, именно для вас. Вот. А не потому, чтобы мне именно такой же ширины поставить. Просто каждый мне почти что говорит, только у меня планка 8, зачем мне мушка 6? Надо. Потому что если я тебе могу... Мы можем вам сделать индивидуально, если вам надо все-таки вот так. Не вопрос, вы мне говорите, Стас, я не хочу так, как ты говоришь. Я хочу вот так. Все, не вопрос. Предзаказ оплачивайте. Производство в течение 7-10 дней изготавливает вашу мушку, и мы вам ее отправляем. Соответственно, мы можем делать и так, как вы хотите. Но предлагаем делать это так правильно, как мы говорим. Потому что мы сами знаете, что попало, не стараемся до вас доносить. В общем, вот такие вот моменты. Жду от вас еще вопросов, на которые я еще раз буду отвечать, и если что-то еще непонятно, спрашивайте, будем об этом разговаривать. Ну а я с вами не прощаюсь, рады, что вы находитесь на нашем канале, смотрите нас. Если вам нравится, как мы работаем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте включать колокольчики, чтобы не пропустить наши новые серии. Всем пока!